Всем привет, с вами снова я, Ведьмак, и мы продолжаем играть в Deus Ex. И в прошлой серии мы уничтожили Гюнтера Хермана, который за нами гнался, наверное, уже большую часть игры. Наконец-то он нас догнал, попытался убить, но понятно, что ему с нами не сравниться было. То есть он, так сказать, мех старого поколения, мех. То есть усовершенствованный человек с механизированными протезами, а мы уже с нано-превращениями, и он проиграл. Good work. I will now consent to meet you in person. Go to the metro station nearby and await my instructions. Окей. Вот, но после того, как мы победили Гюнтера, с нами связался Уолтон Саймонс и пригрозил, что послал вместо Гюнтера кое-кого другого. И хрен бы знал кого. Кого-то, видимо, с превращениями тоже. На станцию метро, окей, только вот проблемка в том, что там снаружи ходит целая пачка гребаных ботов. Давайте здесь сохранимся. И отключить тех ботов мне, к сожалению, не удалось. Их очень много, они злые. А нам надо добраться до станции метро. Не словив при этом пару ракет в пузо. Задача нетривиальная на самом деле. Я еще здесь блуждаю. В этом подземельях. Куча всяких проходов. Туда-сюда, налево, направо, вниз, вверх. Что у вас всех? Здесь мы нашли золото темпларов. И этот чувак, Морган Эверетт, которого мы ищем, сказал, что пошлет кого-нибудь стырить это золото. Ой-ой-ой-ой. Неудачно я вышел. Так, мужик, можно я у тебя что-нибудь съем? Я решил таскать с собой огнетушитель, поскольку в прошлой серии нас пытался сжечь Гюнтер Херман. И я просто себя этим огнетушителем потушил. Иначе бы я сгорел, поскольку огонь в этой игре наносит просто уйму повреждений. Так. Мужик, ты умер. Ты это заметил? Видимо, да. Давай, заходи. Ну? Давай. Куда делся? Видимо, пробежал мимо. Гений. Просто гений. Так. Бот мне не нужен. Да блин, тупое место. Вот, ни туда, ни сюда. С одной стороны бот, с другой стороны, блин, не пройти никак. Что за жизнь? О, тот откуда тут взялся? Козел. Ты откуда ты? Твою мать, ну как можно в упор-то промахиваться, а? Я поднялся. Да. Сюда иди. Сука. Тут ты... Вот, да. Они мне надоели. Как видите, отхватываю я в последних сериях просто чудовищно. Враги стали очень злыми. Но... Все аптечки потратил. Замечательно. А был ли вообще смысл сюда идти-то? Сдается мне, что... Сука! Мрази. Был ли смысл сюда идти? Вот в чем вопрос. Книги какие-то. И что? Хочешь ее себе? Прикарманить. Да пожалуйста. Сколько угодно. Ну, он, конечно, стоял тупил, но это только к лучшему. Так, что у нас здесь? А это мы уже видели. Это мы возьмем.
ключ парадным дверям, но все это у нас уже есть на самом деле. Смысла это брать не было никакого, но пригодится. Еще немного денег. Да что ты будешь делать? Может, мы откроем ключом? О. Так. Где метро? Где это чертово метро? Не знаю. Давайте еще здесь пошаримся. Что это? Мод. Отдача. Где он? А, его подобрать, что ли, не могу? Или что? А, вот. Не знаю, зачем я столько апгрейдов вешаю на эту винтовку, если я ее не пользуюсь, что характерно. Но жалко оставлять врагу. Поэтому будем использовать. Так. Я вижу мужика. Не к добру. Побежал. Видимо, ко мне побежал, да? Но мы его встретим сейчас дружеским ударом меча в пузо. Он же отсюда. Ты промахнулся. Что? Since the time of the Crusades, every leader in finance has prayed for the continued stability of Templar banks, founded on gold. Окей. Остались, по-моему, одни боты. Всех людей я тут поубивал к чертям собачьим. Так. Можно обратно закрыть дверь? Прикольно, только зачем? Ну вот. Теперь у нас задача пробраться мимо ботов. Найти метро. А, нет, еще кто-то остался. Да и хер с ним. Чувак ходит. Ты... Ненавижу. Да хватит мне спамить. Что? Какая загрузка? Ну понятно. Сейчас на нас нападет, видимо, сам Боб Пейдж. Его он проапгрейдился до бионика. То есть установился на превращение. И сейчас будет нас убивать. Ну, что ему сказать? Милости просим. My associate, Tobia Tanway, will meet you below. Зашибись. Так, вместо чего бы тебя поставить? Вместо пистолета, который я не использую. Ты что ж делаешь, что, а? Маньяк. Давай быстрее! Валим, валим нахер отсюда. Все, конец уровня. Эти люди нам не враждебны. Ладно. О, робот. Ой, блин. Фу, я аж испугался. Окей. Как говорится... Risk is all mine. А чем-нибудь отличаются все эти проходы? Привет. Whoa, I see now. Your friend is waiting by the tracks. Do you know me? More gangsters every day. You have weapons? I am set. Here's seven. Here it is. Урод. Блин, кругом барыги просто, кругом. Терпеть еще раз пробираться. А в ту я сторону иду? Или нет? Нет, не в ту. Буквально ни с кем нельзя поговорить, а? Каждый что-нибудь продает. Ладно бы еще деньги в этой игре зарабатывались. Так нет же, хрен там.
associate, Toby Atanwe, will meet you below. Я тут вынужден жить на подножном корме просто. Побираться то там, то тут. Там 100 долларов, тут 100 долларов. Keep going. Atanwe is in the tube below. Да-да, обязательно. О, робот, робот! Эй, пусти меня к роботу. Надеюсь, полицейские сейчас не возбудятся, если я разобью стекло. Разбил. Конечно, да. Так, тупырь тут ходит. Я с ним даже разговаривать не стану. Все время что-то пытается продать мне. Там что наверху? Ой, стоило бы она того, конечно. Черт с ним. Пойдем отсюда. Вниз. Мне все равно. Почему они говорят по-английски? Они же французы. Что-то у меня уже голос сел. Четвертая уже серия за сегодня или пятая, не помню. J.C. Denton, I will take you to Everett, but you will be forbidden to learn the way yourself. That will be quite a trick. You will not be armed in any way. Ну, ладно. Do what you must. Step a little closer. See, no inconvenience whatsoever. Everett must be paranoid. We all are. The Illuminati is getting a taste of its own medicine. Has he made any progress on the Grey Death virus? Your uplink provided the missing encryption key. He has been able to complete the work that Professor Tong began. I must see him at once. He is downstairs in the lab. Ну что ж, вот мы и нашли таинственного Моргана Эверетта. Да что ж такое-то? Да, надо завязывать уже сегодня с записью. Капец. Вот и кому верить в этой игре? You missed dinner, but help yourself to a snack. Я даже не знаю теперь. Вот, кому верить? Судя по всему, вообще никому, потому что в этой игре все хотят. Все там ради какой-то своей выгоды работают. Кто такой Икар? Кто был Дедал? Не знаю. Так. Секретные двери, как обычно. Ага. Открыл. Вполне возможно, что этот Морган Эверетт хочет еще какое-нибудь зло замутить. Не люблю секретное общество. Так. Куда идти-то? Алло. Уважаемый, а сюда? Ну, откроешь, может, не? Не? Ну, окей. Останусь тогда здесь. Буду пить чай. Еще проход. Не знаю. Видимо, верить здесь нельзя никому, и нужно будет своим умом пытаться решить. Все. Ну, хотя, конечно, самостоятельно я не создам вакцину от вируса. Поэтому придется как-то выживать. Интересно, а разбить можно стекло? Такой звук. Ты кто? О. Good news, huh? Looks like we might pull this thing off. Alex, what are you doing here? Tong sent me. He wanted me to help with the decryption. Looks like Everett has it all figured out. Listen quickly. Tong doesn't trust the Illuminati. He sent me here to keep an eye on Everett. I see. How about the triads? Is the truth going to hold? Last I heard. But I guess we have other things to worry about now, huh? I'll keep you in touch through your info link. I'll try my best to keep you informed. Подозрение подтверждается. Yes, exactly that. Keep me informed. Трейсер Тонг тоже не доверяет этому Моргану Эверетту, поэтому мы тоже не будем доверять. Стараемся
Еще кто? Тайл. Не знаю. Ладно. Кода у меня нет. Это закрыто. У тебя кода нет? Так, давайте посмотрим заметки. Кто такой Люциус? И кто вот Тайл? Не знаю. Ладно, можно взломать компьютер просто. Everett Global Enterprises. Давай, ломай его полностью. Куда к емкости? 23, 84, 26. Хер там. Окей. Идем дальше. Видимо, уже разговаривать с самим этим хреном. Не верю я тебе. Морда-то страшная. Только это тайная дверь, кругом тайные двери, тайные ходы, тайные кнопки, тайные тайны. Так. Давай-ка взломаем эту хрень. Подключаем систему безопасности, чтобы не иметь проблем в случае чего. Открыть. Ты же не против? А, ну у меня все это есть, в общем. Да, это мне не помешало. Illuminati ended up after centuries of conspiring to rule the world. The conspiracy is about to begin again, JC, between you and me. Nicolette was wise to bring us together. Wise like her mother. The most effective partnerships, like Beth's and mine, arise from mutual necessity. I came to talk about the Grey Death. Atanwe says you cracked the virus. A trivial matter. Page added nothing to the core design. However, what we need to construct is a carbanocarbon ROM module, not exactly a vaccine. Can it be done without a universal constructor? No, we need time on a UC. But I know where we might find one, and also gain access to the US military networks. US military? To stop Icarus from completely destroying the Daedalus AI. Daedalus is a design of mine. It replaced the old Echelon 3 network. Echelon. The surveillance system for the United Nations. So Daedalus was an MJ-12 tool and rebelled? More of a pattern-matching error. It classified Majestic 12 as a terrorist group, alongside the NSF and Silhouette. Alongside the Illuminati, right? Are you sure Daedalus is your ally? What matters to us is that it opposes Majestic 12. We must help it destroy their intelligence apparatus. But that will require the military networks. I have already contacted Gary Savage of X-Men. Похоже, эта игра никогда не кончится. А, да, еще будет локация Сона 51. They are close to completing a UC and have the kind of connection Daedalus will need. Sounds like my pilot and I should head to Vandenberg. Да, игра, блин, затянута, надо сказать. Here is the key to the helipad stairway. The door is in the foyer where Atanwe revived you. Good luck. I will be in contact. Окей. Так. Хочу открыть. Открывайся. Почему нельзя ее открыть? Почему? 23, 84, 64, 26. Это пригодится. Че у меня тут место занимает? Огнетушитель? Судя по всему. Вот это нам пригодится. Давайте какое-нибудь превращение лучше. Давайте вот это лучше. Так, но остальное нам ни к чему, потому что все превращения мы уже поставили. Моды. Фиг с ними, с модами. Так, эта дверь. Давай ее откроем. Может, тут что-то полезное завалялось. Медленная дверь.
Ты прикалываешься, что ли? А, может туда прыгнуть? О. У-у-у, рыбки. Надеюсь, это не пираньи. Это было бы грустно тогда. Ну, грустный конец истории Джесси Дентона. Умер в бассейне с пираньями. И что это все, что это есть? Прелестно, прелестно. Ох уж мне эти секретные секреты в этих... в этой игре. Секрет на секрете ради какого-нибудь там куска металлолома. А выйти я отсюда смогу? Ой, ой. Так. Стоит ли вот это открыть? Нет, не стоит. 4 отмычки ради одного мультитула не катится. Даже несмотря на то, что у меня мультитулов меньше, чем отмычек, все равно не катится. Так, ладно. You won't be hearing from Tong for a while. He had to leave Hong Kong. Why? The triads? He said he had some business to take care of. I don't know. He didn't look so good. Sick? Either that or something was bothering him. The last thing he said to me, it was something about all the machines in his lab being useless. And then he cut off the connection. Useless for what? It was just an outburst. I don't know, but he wants me to wait here for instructions. JC, Tong is serious about Everett. He wants you to be careful. Я понял. Тревожные новости. Тревожные. Так, ну... Не знаю, что за этой дверью. Не уверен, что хочу знать. Ладно. Я понимаю, конечно, что Эверетту не стоит доверять. Как и всем в этой вселенной, в этом мире. В этом мрачном будущем. Ну, что поделать. Приходится с кем-то сотрудничать. Так, где-то здесь... Почему? Это вот он тут находится? Ну, давайте попробуем заглянуть. Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. 4 отмычки. Ну, скорее всего, я загружусь, потому что, скорее всего, ничего нет полезного. А, окей. Терминал безопасности. Взломаем. Эверетт Энтерпрайзес, мать твою. Так. Не знаю, зачем я выключил камеру. Не знаю, зачем я иду. Это, видимо, и есть. Yeah. You're alive in that thing? I am conscious. Tell Everett I am cold. He keeps me so cold. No, не зря. Do you mind if I ask? The Supreme Enlightened. The leader of the Illuminati. I thought Everett was a leader. I am the leader. I brought the Illuminati up through the 20th century. To the height of that. Ты старик. Давайте власть старикам вредно. I am the one. Our decline is the result of my own. All we need is for me to get back on my feet. What did Everett tell you? Nothing. I merely await certain technologies. Then I will be restored. Everett has sworn it. Ну, интересно, конечно. Замерз. Можешь войти в его жизнеспечение странно выше, чем на градус. Я не хочу, чтобы он оттаял. Пинкун. Пинкун. А, ну вот безопасность, да? А логин-то я не знаю. Давай взломаем, какая разница. Мужик мне напоминает мистера Хауза из Fallout New Vegas. Отключить систему жизнеобеспечения. Не, я не хочу.
включать систему жизнеобеспечения. Я могу поднять его температуру на градус. Морфея. Ладно. Как его прогреть? Он говорит, пароль. Вот это да. Но логин-то я не знаю. Тоби. Фиг бы его знал. Поговорит, может, с Виолетом? Так, по приколу. Все равно я уже в этой силе, скорее всего, не буду заниматься важными делами. Самое время поболтать тут с людьми. О том, о сём. Где-то там. И да, в следующей серии мы уже отправимся в зону 51. Таинственную зону, которую, как говорят, исследуют пришельцев. Don't forget to say hi to your friend from UNATCO, Mr. Jacobson. Already bumped into him. Very thoughtful of Tom. My own computer technician. I suppose he can help me prepare a comlink for Daedalus. By the way, Lucius De Beer says he's cold. I know. 18 degrees Celsius, to be exact. Don't you think that's a little chilly? I keep his metabolism low so he will last. He is a good advisor. A one-man think tank, so to speak. He said he's the leader of the Illuminati. A harmless fantasy. He also thinks I'm going to restore his body. You aren't? The technology has been around for decades, but he does not need to know that. You saw a piece of Echelon 3 in Beth's Chateau. Что-то мне вы не совсем запутали. Что делать-то? А, он, наверное, попросит отключить его от системы жизнеобеспечения, если узнает, что Эверетт не хочет его восстановить. Не знаю. Ну, в общем, есть смысл в том, чтобы подорвать власть Эверетта. В конце концов, меня предупреждают о том, что он может работать на себя. Что он хочет захватить власть. Ну, ладно. Ладно. Ладно, что же делать? Что же делать с Люциусом? Как ему сказать, не сказать, сказать, не сказать? Не знаю, в общем. Сохранимся, как обычно, узнаем результат. И уже тогда. Я буду помнить эти маленькие несправедливости. Когда я буду восстановлен, я буду помнить. Everett has no intention of reviving you. He must. He has been commanded. He keeps you on ice so that he can benefit from your experience. But he intends to rule the Order himself. No. No. I will not allow it. Ну ладно. Можно, конечно, его отрубить от системы жизнеобеспечения, и тогда, наверное, все будет не очень хорошо. Но мы не станем этого делать. Наверное. Окей. It would be rather... But Paige invented some... Так, нам. Куда? Сюда? Открывай! Нет. Или сюда. О. Чудовищная дверь. Так, ну мы сейчас, я думаю, отправимся в зону 51 и закончим на этом серию. Вот наш любимый вертолет. Не понял. Почему труп? Не к добру. Чувак, у тебя тут труп. Есть проблема? Просто смотрю вокруг. Я проверил ее. Она заполнена и готова идти. Что-то не так? А? No, I said I checked her out. You want the thing to run, right? If you're gonna cross the ocean. Of course. Better safe than sorry. Чувак, я тебе не верю. Ты что-то сделал нехорошее с моим вертолетом. Потому что я вижу труп твоего дружка. Ты врешь.
Я не полечу на этом вертолете, иди ты в задницу. Вот же труп. Алло, ребята, что у вас тут творится? Something wrong? Да. Ты не настоящий механик. Я тебе не верю. Лом. Ну, не знаю. Так. Why did you kill Everett's mechanic? Something about that guy didn't smell right. You better double check your systems. What did he work on? The fuel system. Now that you mention it. Wait a minute. This isn't right. What isn't? Oh my god, JC, a bomb. A bomb. It's remote controlled. Hold on. Get out of there. Just have to pull this wire. There. Relax. I disabled the detonator. We can drop the thing in the Atlantic on the way back to the States. Ну, в общем, не зря я его убил. JC. Ready to get out of here? Ну, давай, полетели. Да, неожиданный такой поворот событий. Вот этим игра, кстати, радует, что тут куча таких вот мелких возможностей, мелких событий интересных. Ну и сама по себе она... Ой. I'm glad you're all right. Why is Majestic 12 attacking? You with the NSF? We have a common enemy, if that's what you mean. MJ-12 is short a UC. They lost the one in Hong Kong, and now something has happened to the Pasadena Ocean Lab. Are the Vandenberg labs safe? The base is locked down until we can destroy the enemy bots. Unfortunately, MJ-12 disabled our own bot defense system, and no one has been able to activate the backup power. I could give it a shot. Where are the controls? There are two separate units at the west end of the base. It won't be easy. MJ-12 has hacked the security grid and taken control of nearly all of our defenses. Turrets, cameras, alarms, and they have snipers everywhere. Easier than a straight fight with military bots. I suppose you're right. I can give you a map. One of the units is in the main complex. The other one is in an exposed location. The activation code is 5868. Ну, хорошо. Спасибо, уважаемая. Если мы, получается, где-то посредине пустыни... В зоне 51 куча ботов злобных ходит. И мы, как всегда, одни против всех. Ну что ж, исследованием этой базы и всякими полезными вещами мы займемся в следующей серии. С вами был Ведьмак. Прохождение игры Deus Ex. Что я могу сказать? Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте, приходите еще. Всем пока!